Стой. Стой. Чё? На, зарезал тебя. Ты долбоёб. Почему я нёсся на тебя, орал? Стой, стой с ножом, вот так вот. Стой. 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 Это я. Это я. Это я. Стой. Я не буду в этот раз убивать. Куда идём? Куда идём? Направо. Прямо. Точно прямо? Так точно. Что, куда побежал? Не так бы, я не такой быстрый. А ты кто? Я лысый. Иди пописай, лысый. Понятно тебе, лысый? Никогда меня лысым не называй. Никогда. Все, я понял. Все, понял, понял. Стой, 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 стой. Зацени. Отскок от стены. Тум! Долбоё, блядь. Еще одну от стенки выдержишь? Нет, спасибо, нет. Надо уползать. А я сбегаюсь за подмогу, у меня бинтов нет. Нет, ты не вернешься. Да я вернусь, вернусь. Не вернешься. Ты вернулся, брат? Да, я вернулся. Наконец-то. Все, я нож принес. Поднимай меня, поднимай меня. Есть? Давай, давай. Футболку снимай. Лежи тогда, я за подмогой сбегаю. Да, ты уже только что такое говорил мне, алло. Я сейчас приду. Приготовьтесь к полету, господа. О, секундочку. Нам такая беда. Все, вылезай. Вылезай из вертолета. Слушайте, да нет, все нормально. Не. Он реально взлетел, Макс, а я. Ох, там один остался. Моментальная карма просто за секунду. Он говорит, лох, там один остался. Что? Мне послышалось, если ты сказал, что у тебя проблема с покупкой игровой валюты или продажей аккаунтов? Тогда тебе на playrock.com. Здесь ты найдешь огромный ассортимент игровых товаров и услуг. Игровая валюта, пополнение стима, продажа аккаунтов и, конечно, много другое. Более 200 игр и приложений Dota, CS, Genshin. Оплата подписок и сервисов. Ну, в принципе, все что угодно, дружище. Сама покупка происходит в пару кликов. Переходи на сайт по ссылочке в описании, регистрируйся через ВКонтакте или Google, оплачивай с банковской карты или Kiwi и получай товар в чате с продавцом. Каждая сделка защищена. Продавец не получит оплату, пока ты не подтвердишь получение заказа. А если вдруг возникнет проблема, круглосуточная поддержка придет на помощь в любое время. Помимо того, что ты можешь приобрести огромный ассортимент товаров, ты также можешь зарабатывать реальные деньги, продавая свои товары или услуги на сайте. Сотни тысяч игроков уже воспользовались маркетплейсом PlayerRock. Более 500 000 отзывов, оставленных реальными людьми после покупки. Ага, гарантия получения товаров или возврат средств. Покупай и продавай игровые товары на playrock.com. Ну, ссылка будет, конечно, в закрепленном комментарии. Ты чё, тоже тут заспавнился, кувалда? Да. За это смерть. Смотри, тут пройти может только один. Вот видишь, вот попробуй, да, вот попробуй пройти. Видишь, не можешь, да, через меня? Да, не могу. То есть, ох, нихуя. Ну а почему путь в сапогах? Какие именно сапоги тогда? Слушай, это зависит от твоей философии. Либо ПТ, либо фейзы. Урон, я через урон. Ты собираешь мом, значит фейзы. А какой еще артефакт? Третий мом, фейзы и... Вот тут главное не обосрись. Ну, конечно, но молнии. Конечно, молнии для фармы, ёбаный в рот. Тебя раздавят сейчас, чувак, я тебя предупреждаю. Да другого. Другого сейчас раздавят. Вот он ползает тут. Тебя сейчас раздавят. Его раздавили. Червяк, блядь. Мне не очень нравится наша траектория движения, блядь. Противник, Дэн. Там противник, братан. Нормально. Сейчас там и высадим все расхуярим их. Слева ботер вражеский. Хуярят. У кого? Нет, зачем? Не останавливайся. Выходим. Уворачивайтесь. Нихуя ходить, уезжать просто. Уворачиваемся. Куда ты? Пиздец. Вот тут высаживаемся. Это пиздец. Ебануться, блядь. Просто ебануться. Почему ты просто на метку движения не поехал? Идем. Все. Вот тут. Уходите отсюда. Здесь. Иду. Ой, нельзя, тут убийство. Перевез их за лупу какую-то. Так, ну сейчас разберемся, как им управлять. Я надеюсь, не как в прошлый раз. Я другой водитель теперь. Ой, сильно intensity. Че так долго, блять? Быстрее только пуля. Быстрее только мой нож. Пау! Ну, пахан какую-то хуйню объяснял там, показывал это.
Ну, я, блядь, был пиздюком, не понял, что такое мужиком быть. Он мне это пришел со своим сраным веником и объясняет, что, типа, мы люди социальные, там, взял этот веник, говорит... Чего мы люди, че там? Социальные, говорит, достал этот сраный веник и ломает по одной штучке, говорит, дает, на, сломай. Говоришь, одно легко сломать. Потом дает мне веник и говорит, сломай его пополам. Да ну нахуй, ты не пиздишь, у тебя реально такое было? Или ты че, хуйню мне? Я еще даже к самому интересному ты не перешел. Ну? Я сломал. Он говорит, а ты сможешь такой же легкостью показывать на кошку кошке сломать шею. Я говорю, сделаю и не замечу. J7. Нет, 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 другую. Ну ты, блядь, ну нахуя, ну как, блядь, в последний момент, нахуй. Ты куда идешь? От меня бежишь? Потому что у меня в руках нож. По ногам хуярят. Ай. По ногам хуярили. Татарин, тебе тоже по ногам надавали? Да. Все ноги отбили, ёпта. По ногам, блядь, по коленям. Со мной же ничего не случится, если я на ходу выйду. Да не, мы слишком медленно едем, выпрыгиваем. Меня с танка выгнали. Подвези, меня выгнали с того танка. Что, сел? Да, выгнали с танка, ебать, прикинь. Ваху, а как это делается? Я тебе не буду рассказывать, ты тоже меня выкинешь. Не, я в игру 10 минут играю, блядь. Я нахуй не отдыхаю вообще. Это супер охуенная игра. Здесь можно целыми днями сидеть в эту дрочильню ебаную обоссанную и хуярить, пока вот просто с глаз кровь не пойдет. Ползешь куда-то 40 минут, как еблан. И тебя убивают нахуй за 2 секунды. Видишь, да, вот, допустим, нихуя нету. Мне похуй. Пускай кто только покажется, ты вот пальчиком мне на него покажи, скажи. Ромка, вот этого. Все, я, блядь, через секунду его сотру в порошок. Усвоил урок? Так точно, Ромка. Капитан Ромка. Капитан Ромка. Хорошо. Граната упала. А, ты что кинул? О, вот она. У меня сейчас вообще, короче, тема такая. Я обычно встаю и сразу, бля, режу нахуй того, кто рядом. Ну, я не знаю, почему. А, прикольно, слышь. Да нахуй ты меня тащил куда-то? Пытался понять, как взять тебя вообще. Я в эту игру уже 15 лет хуярю. 15 лет? А тебе сколько лет? Мне 27. Капитан Ромка вам сколько? Капитану Ромку 27 лет. И он хуярит в симулятор боевых действий каждый день. Я проснулся, солнышко светит, погода прекрасная. Занавесил нахуй, сгорбился над компиком, пошел хуярить. Меня тут все знают. Капитана Ромку все знают? Спроси у кого хочешь. Правильно едем? Капитан Ромка. Как Ромка скомандует, так и поедем. Так точно. Я хуй знаю, а как вообще, что делать-то? Ну ты либо скажешь, либо мы тебя зарежем, ты заебал нас уже. Да нахуй иди, блядь, обезьяна. Сдохни, на. Капитан Ромка, вы на месте? Сразу скажу, это где-то третий мой полет на вертолете. Это победа опять будет, нахуй. Наверняка. Единственное, объясните мне, как им управлять? Нужно ВСД и мышкой? Ты чё, гонишь? Мы летим. Давай на полную! Нормально. Он ропает по-любому. Капитан Ромка. Только так ко мне обращаться. Чё вниз-то, блядь, летит? Аккуратно, садимся. Нет. Да ебать, отъебись нахуй, долбоёб. Да отъебись. Надо сделать жертвоприношение. Ну все, тут на раз, два, три надо, готов? Подожди. Давай. Раз, два, ты считай, три. Я подлостью тебя убил. Привез меня, блядь, в зону боевых действий. Значит, я буду выживать. Любого, кого я увижу, мой враг, блядь. Да, жесть какая-то. Я сошел с ума от этой войны. Че вы не выходите? Давай, это что вы тут поехали. Сделали? Это что такое? Полетели, блядь. Это что за штуки? Это что такое? Гарик, это я, Ромка. Блядь, нахуй летчик нас, пиздец. Я тебя помню. Кто это, блядь? Капитан Ромка. Капитан Ромка, вы летать умеете? Да. На W взлетать, да? Помнишь? На W и мышкой наклонять, все верно. Смотри, идеально выверну, а я успею. Все равно успею. На пизда. Не-а. Хуя ты виртуоз. Да. Садимся, нахуй, садимся. Давай здесь хуй себе сажай. Сажаю. Бля, а как вывернуться? Не получится. Ромка, как это?